Всем доброе утро. И уже гортензии начали формировать свои бутоны. Самое время, это ванилла фрайс у меня. Ванилла фрайс, третий год ей. Это у меня скайфолл. Вот тоже бутончик уже видно. Вот. Образуют бутоны. И это у меня гортензия. Это у меня гортензия So Long Sunny, японская селекция. Я ее показывала в прошлом году во всех ракурсах много-много раз. Она очень-очень красивая. Цветет все лето, с июля по октябрь. Даже в заморозке ушла с бутонами, пришлось их срезать. Вот такая цвет листвы необыкновенный. И сама такая очень красотка. Ну вот сейчас, сегодня 29 июня, и самое время подкормить. Нужен фосфор, калий для гортензии, чтобы сформировать бутоны. Это у меня ограждение от собаки. У меня собака тут, овчарка здоровая, бегает, все копает. Вот, и нужно подкормить их, дать им возможность сформировать хорошие пышные бутоны. Ночью шел ливень. Это очень хорошее время после дождя подкормить, чтобы не сгорели корни. Но до этого за 2 дня я подкислила почву лимонной кислотой. Столовая ложка на 10 литров воды. Это лимон к подкислению. Вообще это как бы, как я называю, столовая ложка для гортензии, потому что даже если в грунте будут все питательные вещества, гортензия не сможет их употребить, потому что нуждается в подкислении почвы. А сегодня, после дождя, я буду подкармливать, делать такую вкусняшку из монокалифосфат. Здесь фосфата, фосфора 50% и калия 33%. Очень хорошее средство для создание бутонов. Также добавлю сульфат магния. Сульфат магния отвечает за красоту бутонов, за красоту листьев. Он очень, в общем, очень полезный для гортензии. Ну и чтобы не было хлороза, для профилактики добавляю вот такой хилат. Тут железо, меди, цинка, марганца, калия, кальция. Очень много всяких элементов. Добавлю 20 грамм на 10 литров воды. А монокалифосфат столовую ложку на 10 литров воды и сульфат магния столовую ложку на 10 литров воды и пролью свои гортензии. Это им поможет сформировать бутоны, пышное цветение, что меня будет радовать. Если было вам полезным мой ролик, я очень буду рада. Всем пока-пока!